Уважаемые доктора, хочу пригласить вас на свой вебинар, посвященный применению микроскопа при лечении корневых каналов. Вебинар состоит из нескольких частей. Одна из них, очень важная часть, посвящена критериям выбора стоматологического микроскопа, где будут рассмотрены такие важные вопросы, как крепление микроскопа, выбор оптики, увеличение фокусного расстояния, методикам освещения, а также регистрации клинического процесса на фото- и видеоносители. В этой же части вебинара вы получите дополнительные сведения о необходимом для работы с микроскопом дополнительном оборудовании. Очень важным моментом является преимущество работы с микроскопом для пациента и врача. В этом разделе вебинара вы узнаете, какие преимущества существуют для врача и для пациента. Особое внимание в вебинаре будет посвящено удалению из корневых каналов отломков инструментов, а также лечению искривленных и труднопроходимых каналов, извлечению из корневых каналов анкерных и особенно стекловолоконных штифтов, а также штифтовых путевых вкладок. Подробно будет изложена методика поиска, обнаружения и прохождения второго щечного корневого канала в верхних малярах. Для профилактики профессиональных заболеваний врачей-стоматологов будет освещена методика эргономики, которую необходимо соблюдать при работе с микроскопом. В связи с тем, что при работе врача-стоматолога с микроскопом очень важное значение имеет квалификация ассистента, будут подробно изложены аспекты взаимодействия врача и ассистента при работе с микроскопом. Уважаемые доктора, жду вас на своем вебинаре, посвященном применению микроскопа в эндодонтии.